У меня возникло ощущение, что нам не договаривают правду. Гражданская война в Сирии идет и идти будет еще долго. Всегда есть момент, когда на ненависти строят как бы свою власть. Они не захотели принять образ жизни Запада. Есть Катар, Саудовская Аравия, Турция. Они вбросили в эту гражданскую войну более 30 миллиардов долларов. ИГИЛ – это нечто большее, чем просто шайка разбойников. Убийство. Это уже, конечно, не ислам. Потому что мусульмане, первое условие для мусульман, это то, что это должен быть обязательный мир. Президенту Асаду удалось отбиться. Но это пока. ИГИЛ – это, если хотите, новая политическая альтернатива. Это государство такого необольшевистского типа. Я не вижу ничего там религиозного. Если ты режешь головы, взрываешь, убиваешь. Всевышний может осудить и наказать. Ты не имеешь права. ИГИЛ возглавляют бывшие офицеры партийной разведки БААС. И слава богу, есть сила, которая это может остановить. Страна начинала операцию в Сирию не для того, чтобы не выполнить задачу и сворачиваться. И Россия по всем пророчествам, она должна спасти весь мир.